Йоу, я Давирис, я Наргиз, и мы Кагирис Твинс. И в этом видео мы с Амирис научим вас красить брови самыми легкими двумя способами. Как могли многие заметить, сейчас в тренде более естественные брови, то есть никакие не чернющие, не толстые, и поэтому... какие у нас были раньше. Да. Поэтому оставайся с нами, чтобы посмотреть, как же мы красим брови. А в этом видео мы бы хотели передать привет Дарье Шраевой. Мы очень тебя сильно любим и благодарны за то, что ты смотришь каждое наше видео. И если ты также хочешь получить привет от нас, Наргиз, то тебе всего лишь нужно подписаться на наш инстаграм, который называется Кагирис Твинс, и в комментариях под этим видео оставить свой никнейм, для того, чтобы мы смогли выбрать рандомного человека, кому передадим привет. А теперь мы начинаем. Итак, для первого способа мы используем щеточку для бровей. Она похожа на щеточку для ресниц, но на самом деле это для бровей. А затем нам понадобится два геля для бровей. Один коричневый, другой прозрачный. И консилер с кистью для нанесения консилера. Поехали! Первым делом мы должны расчесать брови, то есть их расчесывают наверх. Затем мы берем гель и такими же движениями наносим его на брови. Для начала мы используем коричневый гель. После того, как мы нанесли гель для бровей, мы уже можем корректировать свои брови консилером. Вот такую кисть мы используем для нанесения консилера. Итак, мы нанесли консилер, и последний шаг в этом способе – это закрепление гелем. Наши бровки готовы. Второй способ будет немножко труднее, то есть немножко дольше времени занимает. Используем вот такую помадку для бровей, затем также кисть скошную, щеточку для бровей и консилер. Ну и гель прозрачный также будет на наших бровях. Поехали. Для начала мы также расчесываем наши брови. Затем берем вот эту сторону скошенной кисти и наносим помадку. Начало лучше не красить, его лучше оставлять светлым, так как сейчас в тренде, чтобы начало бровей было светлым. Мы накрасили брови помадкой, теперь мы так же, как и Тамирис, исправляем их консилером. Мы
Затем также наносим на свои брови прозрачный гель. Вот такие брови у нас, Наргиз, получились. Мы используем эти два способа очень часто. И, конечно же, есть еще множество способов, которыми красят брови, но мы предпочитаем именно эти. И надеемся, что вам помогли научиться легко красить брови. И если это так, то скорее ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. С вами были ваши любимые Кагерис Твинс. Пока! Wow.